Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались, каково это оказаться в другой стране и столкнуться с шокирующими фактами в культуре? Вы наверняка слышали, что в Китае таких достаточно много, поэтому я спросил у наших некоторых студентов поделиться вместе с нами теми фактами, которые шокировали их по приезде, во время учебы, до сих пор, привыкли они к чему-то или нет. Окей, я задал им ряд вопросов, давайте вместе посмотрим их. Готовы? Погнали! Привет, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Катя, мне 22 года, и я из Краснодара. Я учусь на 4-м курсе Гуанси Шифандасия в городе Гуйлинь. Окей, супер. Итак, первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, какое было твое первое впечатление по прибытию сюда, в Китай? Вообще, когда это было, в какое время ты это пережила, и было ли что-то, что тебя шокировало? Ну, я прибыла в Китай осенью 22 года, как раз... Я попала на карантин, я просидела около одного месяца на карантине в Харбине, здесь, в Гуйлине. Это самое ужасное для меня было время, потому что я полностью сошла с ума. Это по мне видно. Для меня был шок то, что со мной разговаривают на другом языке. Потому что одно дело, когда с тобой разговаривают на одном языке онлайн, но другое дело, когда ты приезжаешь в Китай, и тут просто с нифига меню нишинагурен. Окей, девочки, привет, пожалуйста, представьтесь. Добрый день, меня зовут Аня. Я из Владимирской области и учусь на 3-м курсе электронной коммерции. Окей. Всем привет, меня зовут Маргарита. Я учусь вместе с Аней на 3-м курсе электронной коммерции. Я из города Владивосток. Окей, девочки, итак, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что было таким вот максимально... Что вас удивило или что заставило вас, так скажем, кринжануть, когда вы только первый раз приехали в Китай? Есть такие истории? Да, я как только приехала в Китай, я немножко потерялась, потому что мой билет оказался недействителен, и мне пришлось одной ориентироваться по вокзалу, по городу, самой искать отель, и Китай не приспособлен для иностранцев практически никак. Тебе сложно что-то оплатить, тебе сложно найти информацию, сложно подключить сим-карту, интернет найти, и как-то саму себя сориентировать по городу. Окей, на тот момент у тебя уровень китайского уже был или вот только-только вот начинала? Уровень китайского у меня какой-никакой был, но все эти вопросы пришлось буквально додумываться на ходу, как их решать, потому что в общении с китайцами у меня опыта не было. Ого, тяжело, интересно. А у тебя, Марго? У меня таких ситуаций не было. Возможно, были какие-то неприятные ситуации, но я о них вообще не помню. Не помним плохое, помним только хорошее. Правильно, зачем фокусироваться на плохих моментах? Да. А вообще, я из города Владивосток. Я очень часто ездила в Китай в детстве, в близлежащие города. Поэтому для меня ничего удивительного не было. Я знала, куда я еду. Привет, делаем вид, что мы с тобой не знакомы. Итак, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Вика, мне 22 года. Я учусь в Китае в городе Гуйлинь, в Гуанси Шифандасе на 4-м курсе. Окей, как ты до сюда дошла? С трудом. Окей, хорошо. Итак, не будем медлить. Первый вопрос. Пожалуйста, расскажи свое первое впечатление по приезде в Китай. Это был очень интересный экспириенс. Нас встретили на скорой, потому что был коронавирус, мы были на карантине. В целом, карантин был очень интересный. Может быть, что-то тебя именно впечатлило конкретно касаемо китайцев, культуры, как это было, что-то, может, в аэропорту тебя зацепило, или когда мы приехали и сидели на карантине, вот, именно в нашем общежитии, в отеле, в Харбине? Нас поселили в отель, в котором первый отель был нормальный, в принципе, была еда с червяками. Во втором отеле была плесень, но еда, в принципе, была ничего. Из червяков. Да, уже было неплохо. Вот, то есть, подожди, слушай, я вот, если честно, про это вообще забыл. То есть, у нас с тобой тогда... Нас переселяли или как да. это было? Потому что мальчик решил передать что-то кому-то, и он нарушил карантин, и все там, сколько, 200, наверное, человек, которые приехали, поехали в другой отель. Да, это было жестко. По-моему, поехали за свой счет, да? Да. Привет, представьте, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Тигран, я из города Уфа, сейчас я живу в Китае, в городе Гуйлинь, учусь в Гуанси Нормал Юниверсити, учу китайский. Окей, на каком курсе? Я сейчас на курсе, я сейчас прохожу языковой год. Окей, хорошо. Итак, пойдем по вопросам сразу. Скажи, пожалуйста, какое у тебя было первое твое впечатление, когда ты только-только приехал в Китай? Растерянность. Растерянность. То есть ты приехал, когда в аэропорт, расскажи, может быть, были какие-то ситуации, от чего ты был в шоке, а может быть, тебе было нормально, а может, нет? Ага, насчет аэропорта. Я первый раз приехал в Китай вообще на остров Хайнань. Я там отдыхал. Китайцы вообще сами по себе очень добрые, было там очень комфортно, вообще круто. Ну и вот, и потом я должен был долететь до Гуанчжоу, чтобы приехать сюда в Гуйлинь, и за 2 минуты до вылета поменяли рейс, и я, не зная языка, побежал в другую сторону аэропорта. Слава богу, меня зацепила одна женщина, и она меня довела до выхода. Ну вот, так что знакомство с Китаем было очень
нервная и интересная. Окей, тебе повезло с этой женщиной, которая тебя зацепила. Следующий вопрос касаемо еды. Долго ли ты привыкала к местной еде, и был ли когда-нибудь такой случай, что ты сидела и ты прям не могла это съесть? Я уже 3 года в Китае, и я до сих пор привыкаю к китайской еде. Когда я была месяц на карантине, я практически вообще ничего не ела, потому что для меня это было максимально жирно, остро, солено, и я не понимала вообще, как это есть. Я привыкла в России, что я ем вилкой и ложкой. Но здесь мне дали палочки. Я думаю, это что? Я палочками только роллы ем, извините. Съели до ёби. Сет Кунири очень вкусный, рекомендую. До сих пор уже 3 года я в Китае, напомню, кто забыл. Я привыкаю к китайской еде. У нас есть столовка, но там везде одинаковый вкус и запах этой еды. Поэтому мне до сих пор непривычно. Поэтому я стараюсь либо готовить дома, либо ездить в какие-нибудь сицаны и все такое. Да, когда положили тарелку не острой еды, которая оказалась непереваримо острой. Да, кстати, для китайцев это действительно обычная такая тема. Да, ты говоришь, иди, но все равно тебе кладут много. Да, действительно, Марго, а у тебя? Из-за того, что я из Владивостока. Я ездила в города, и китайская кухня была моей любимой. Но в близлежащих городах она адаптирована под русских. Ну, то есть это там какой-то рис с овощами, Кубаджоу, типа все мы это любим, но оно ориентировано. Хорошо, а здесь в Гуйлине? А в Гуйлине были моменты. Я помню, что не могла есть, потому что было очень много костей, дик-пик, но в основном все остальное. Вот такие моменты даже, кстати, ого. У меня, кстати, был момент, когда я как-то проезжал, у нас же в Гуанси и в Гуандоне едят собак. Слышали про это? Слышали, даже в Лебедку видела пару раз. Вот. Собаку я ела. Ты ела собаку, да, в Китае. Да, я знала, что это такое, мне было интересно. Нет, я никогда не смогу и не смог бы. Я вот как-то раз проезжал на байке, и я прям видел вот зажаренных собак вот только-только. Вот прям они были такие одинаковые, лежали. Ну, их, видимо, выращивают специально, но это жестко. Я быстро ко всему привыкла, ем все. Не ем только черепах, лягушек и всякую такую нечто. А что ешь? Хрящики. Хрящики. Собаку пробовала? Пробовала. Нормально? Вообще прекрасно. Окей, хорошо, сомнительно, но окей. Еда не такое большое испытание в Китае, потому что на самом деле в Китае очень много пиццерий, в Китае очень много ресторанов, где готовят очень вкусную пасту. Например, в Китае есть продукты, в Китае же есть шоколад, в Китае есть шоколад, хотя есть же стереотип, что в Китае шоколада нет. Ну как, сникерсы есть в Китае, есть настоящие. Ну знаешь, вот, сори, что перебью, да. Мне кажется, что это все равно не отличается по вкусу от того, что есть у нас. Я не пробовал сникерсы, Орео классное. Оно с мишками, кстати, в отличие, как от наше. Ну, на самом деле, если постараться, тут много хороших продуктов. Вот насчет колбасы, вот колбаса жесткая. Все остальное есть. Сыр, ради бога, молоко тоже. Где ты нашел сыр? Ломтиками дюшманский? Нет, не ломтиками, которые невкусны для бургеров. Они продают сыр, как для пиццы. И еще я хожу в... Как это правильно назвать? Я ем очень вкусное карри. Оно полностью покрыто сыром. Очень классно, очень вкусно вообще. Там, ну, это надо попробовать. Окей, окей. Вопрос номер 3. Есть ли что-то в китайской культуре, может быть, манеры поведения, или как ведут себя китайцы, то, что для тебя до сих пор является странным или необычным, или то, к чему ты еще не привыкла? Для меня до сих пор шок — это бейдин бикини, когда мужчины оголяют свой животик, потому что им жарко. Я не привыкла, когда мужчины ходят и харькают. Не только мужчины, но и женщины. Прям красивая девушка, Виктория, Секрет Модел, ходит, ахапун! Мне некомфортно и не по себе. Поэтому я до сих пор не могу к этому привыкнуть, для меня это очень странно, и когда я разговаривала с китайцами, они мне говорили то, что «it's okay, это все нормально, это наша культура». Все нормально, но не нормально. Не надо. Да, я тоже считаю, что это, ну, как бы, это, знаешь, да, вот есть поговорка, что со своим, с чем не ходит в монастырь? Как поговорка? Со своим уставом не ходит чужой монастырь. Мы здесь, но, к сожалению, нам действительно, вот сколько вот не привыкай, сколько не живи, для нас это нормой никогда не станет. Для меня это 2 вещи. Первое — это постоянный шум. Не то чтобы китайцы сами по себе громкие по отдельности, но они любят громкие мероприятия, постоянно находиться с включенными радио, еще что-то подобное. А второй момент — это их неуважение личного пространства, скажем так. Как для европейского человека, для меня это более приемлемо расстояние побольше. А в чем это заключается, вот именно вот личное пространство? Вот я никогда не замечал, не думал об этом. Я столкнулась с этим несколько раз в очередях.
просто женщины, которые стояли рядом со мной, сзади меня, они не могли дождаться и просто толкали меня своим телом, хотя впереди меня тоже человек. Окей, я понял. Ну, кстати, про это я тоже слышал. А у тебя, Марго? У меня не было таких моментов, но вот сейчас я вспомнила о том, что в офисе, когда мы приходим подавать документы, и нам говорят «завтра», это «завтра» может длиться месяц. То есть у нас в узком менталитете «завтра» значит «завтра». У них это очень долго, и пока ты их очень вежливо и много раз не попросишь... Здесь ты хотела матюгнуться? Очень много раз не попросишь, типа ничего не будет сделано. Кстати, такой тоже момент, правда есть. Вот это их машан, скоро, вот это вот мы не знаем, насколько скоро это может произойти. Китайцы очень нетактичные люди, они сразу тебе скажут о твоих проблемах в лицо, хотя, возможно, ты о них знаешь, ну, как бы зеркало у всех имеется. Например, когда ты выходишь, и тебе говорят, ой, так ты потолстела, конечно. Да, кстати, мне тоже часто бывают говорят, что у меня проблемы с кожей, там, если там что-то я не выспался или переел чипсов, и я там распрыщавил, и мне говорят, типа, о, капец, ты сейчас прыщавый стал. Я думаю, я знаю, я с этим борюсь, но мне это неприятно слышать, я знаю о своих проблемах. И причем, помнишь, у нас был случай, когда там мы с тобой, я девушке в кафе сказал, что она низкого роста. Как она на меня обиделась из-за того, что я ей сказал, что она низкая? Ну, это факт, типа, это ее рост, но она обиделась из-за того, что в Китае, получается, я ее принизил. И еще то, что все бросают под ноги. Условно, когда ты ешь вместе с китайцами, даже если есть мусорка, она останется пустой. Все просто под стол полетит. Да, то есть если они пьют, бутылки под стол, палочками ты съел курочку, ты под стол. Ну, короче, все это ты сидишь вот в этом вот всем, что вот мы поели, оно все под нами. Понять это сложно. Все, что ты можешь сделать, это только принять это. Вот, у них много есть своих местных приколов. Ну, например? У некоторых китайцев нету понятия личной границы. И если он идет к тебе знакомиться и идет с тобой разговаривать, что бы ты ни сделал, он к тебе подойдет и начнет разговор. Да, кстати, согласен, иногда бывает даже трудно сделать так, чтобы они отстали. Типа, если тебе нужно идти по делам, им все равно они, типа, будут... Да. Ты про это? А, это да, но еще что, мне вот повезло, я сам по себе достаточно такой темненький, я... Очень сильно похож на своего, но со мной полетел мой друг, он тоже, как ты, со светлыми волосами, и для вас это большая проблема, потому что китайцы постоянно достают свои телефоны, они фоткают тебя, они, ну, разумеется, хотят с тобой познакомиться, ну и вот даже против твоего желания тебя будут снимать, если ты иностранец. Каково быть студентом в Китае? Вот в чем отличие между тем, когда ты была студенткой, да, в России? И вот сейчас ты приехала в Китай. Есть вот что-то, вот, может быть, между уроками, между чем-то, что ты учишь? Ну, первое — это посещаемость в Китае, да и вообще в Азии очень строго с посещаемостью, все мы это прекрасно знаем. Если в России ты можешь спокойно 2 недели не ходить в школу, и тебе ничего не сделают, то здесь, если ты 2 недели не будешь ходить в университет, ну, ты не сможешь сдать экзамен или что-то типа этого. Тебя могут убрать с гранта и... так далее. Также у нас здесь в университете есть 100-бальная система оценивания каждого студента, но именно у нас в России 5-бальная система оценивания, и это тоже очень не по себе. То есть здесь есть порог, когда ты сможешь сдать экзамен, это 60 баллов. Хотел только узнать, да. Это 60 баллов, это порог. Если вы набираете меньше 60, вы уже не сдаете никак экзамен. То есть, в принципе, как и у нас в России... Троечка. Да, но тройка — it's okay, двойка — not okay. То есть... We both languages can speak. Для нас просто что... Без разницы, говорит на Russian languages, Chinese and English, как бы да. Как бы, окей. Фэйчанбан. Окей. Всегда надо учитывать, что это в любом случае другая страна и разные культуры. Но, в принципе, отличия есть. Как минимум, самое для меня банальное, то, что у нас в Российском университете есть билеты. Mm-hmm. Типа ты их приходишь на экзамен и вытягиваешь. Здесь такого нет. Здесь только экзамен, полусеместровый экзамен и, может быть, какие-то презентации или другие работы для того, чтобы закрыть предмет. Что такое полусеместровые экзамены? Семестр длится 4 месяца. Раз каждые через 2 месяца есть... Пробные экзамены, они называются полусеместровыми. Они важны или нет? У нас их нет. Тогда зачем про них говоришь? На самом деле, вот насчет меня, да, у нас тоже есть полусеместровые, и вот они, получается, оценки никуда не идут. То есть они просто смотрят вот полсеместра, как ученик учился. Но по факту оно ни на что не влияет. У нас были полусеместровые, но сейчас их больше нет. Когда ты банджан. Да. Для меня какие отличия? Наверное, я могу сравнить со своей сестрой, учащейся в Нижнем Новгороде,
и она столкнулась с проблемой транспорта. Из Нижнего Новгорода до Владимира довольно непросто доехать. Иногда это бывает дешевый билет, иногда совершенно неудобный, так как мы ждем не за Владимиром, а дальше. И транспорт — это насущная проблема России. В Китае с этим проще. К тому же мы живем на кампусе, и все находится в шаговой доступности. Иногда я вообще целыми неделями могу не выходить за территорию кампуса. Не надоедает? Нет, я могу почитать книгу, полетать по телефону, походить по стадиону, так что... Заказать доставку, да, которая приедет к тебе? Заказать доставку. Доставку, кстати, не заказываю. А сейчас ты собиралась на Нанман идти, это для чего? На Нанман немного кафешек, там можно покушать, даже без доставки. Доставка вот, тоже удобна. Да, сори. То есть получается, да, то есть, наверное, в России мы когда учимся, у нас там еще, ну, я тоже не помню, чтобы рядом с университетами было прям много-много каких-то кафе, заведений, где прям можно прийти поесть, да, ну, может, кофейни какие-то, да, но вот прям вот заведения с едой, их, наверное, меньше. Не могу сравнить с Россией, потому что никогда не училась в российском вузе, но, наверное, здесь легче. Потому что у нас меньше каких-то общих уроков, у нас в основном профильные. Нам, в принципе, с нашей специальностью не на что больше распыляться, кроме как на язык. Согласен, наверное, в этом есть свои плюсы. Итак, вопрос номер 5. Что больше всего тебя поразило в бытовой жизни? То есть, может быть, это что-то хорошее, может быть, что-то плохое. Вот, расскажи. Когда я приехала в Китай, я думала, что в моем общежитии будет одна общая душевая на весь этаж, но так этого и не случилось. То есть у меня прекрасная ванная, комната именно в моей комнате, то есть я спокойно могу в любое время сходить в душ, в туалет и так далее. Также мне очень нравится то, что в нашем кампусе есть доставка, то есть мы можем спокойно заказать любую еду, которую мы хотим, спокойно сходить на ворота и забрать этот заказ. У нас есть несколько магазинов продуктовых, правда, там... Мне не нравится то, что там нет нормальной еды, как яйца, курица, то есть там есть именно все вот эти дошираки, какие-то там конфетки, но этим особо ты не наешься, и это немножко дороговато выходит, как, не знаю, жить, например, за пределами нашего кампуса. Да, я тоже так считаю, но на самом деле, даже если мы посмотрим туда, у нас даже там открыли бургерную, которая находится, по идее, outside, вот, и сейчас ты уже тоже можешь днем быстренько, то есть мы сейчас, в принципе, находимся на этаже нашего общежития, и мы просто иногда можем спуститься вниз, заказать себе что-то онлайн, спуститься и забрать доставку с бургерами прямо оттуда. Вот, это прям вообще прикольно, но мне нравится. Это очень удобно, спасибо Китаю за это. Спасибо! Хэштег. Хорошего — это быстрая оплата телефоном. Перед этим, правда, не так просто положить туда деньги русские, юани перевести. Но это все еще очень удобно. Ты выходишь на улицу, и все, что тебе нужно, — это телефон. Потом следующий момент — это с едой связанный в том плане, что иногда мне хочется приготовить какую-то знакомую кухню. Я обожаю сметану и хлеб. И этого здесь, к сожалению, не найдешь. По моим вкусам, ни хлеба, ни сметаны. Это как бы, может быть, подразумевать с собой, но это не оно. Да, хлеб почему-то всегда сладкий попадается, пока не нашла самый вкусный. Окей. Марго, у тебя? Ой, ну у меня единственное, что с лекарствами, когда ты заболел и хочешь каких-то своих лекарств российских, понятно, что их нет, а в Китае все на травах, и даже когда ты приходишь в аптеку, тебе дают какую-то хрень. То есть если ты точно не знаешь, что тебе нужно, скорее всего, тебе дадут не совсем то, что ты хотел. Да, у них-то достаточно, вот, их лекарства, я считаю, достаточно более простые, не настолько вот ядреные, да, то есть, чтобы вылечиться от какой-нибудь простуды, от какого-нибудь гриппа, то есть их антибиотики даже те же, они какие-то все на травках, и вот прям большого эффекта не дают. Мне кажется, они хорошие сами по себе, просто момент того, что у нас может быть больше дозировка, чтобы там за 3 дня ты встал и пошел на работу, у них тоже нет такого, у них там что-то 3 дня в неделю оплачиваемые выходные. Но, мне кажется, там просто дольше эффект и дольше действует лекарство. Это не значит, что оно плохое. Звонок, который звенит вечно. Неважно, каникулы, ночь, утро. Если у тебя пары нет пар, он всегда будет звенеть. Коммуналка, за которую надо платить. Миллиарды. Триллиарды. Просто я тоже согласен, что на самом деле, да, вот несмотря на то, что ты платишь еще 8 тысяч за эту общагу, тебе еще каждый месяц нужно платить за свет, за кондиционер, за воду, отдельно за горячую, отдельно за холодную. Вот это вот просто как-то можно как-то зондия, в общем. Причем за холодную воду мы платим так, как будто мы в Африке живем, а не в Китае. Очень много, очень. Ну, во-первых, очень сложно жить одному, потому что я до этого жил не один.
Мне сейчас 17 лет, я до этого жил с родителями. Это очень сложно, когда ты приготовил себе поесть, потом посуду нужно мыть. Очень сложно. Вот раньше ты клал вещи в одну сторону, ну, в одно место, и они всегда появлялись в другом месте, чистые и сложенные. Тут такого, к сожалению, нет, приходится делать все самому. Вот это очень сложно. То есть пришла взрослая жизнь в 17. Да, к сожалению, да. Ну да, то есть, наверное, в 17 лет переехать все-таки в другую страну и так резко оборвать все связи, ну, типа, да, то есть ты вот жил дома, и сейчас ты даже не то, что переехал в другой город, прям переехал в другую страну, это прям, наверное, тяжело. Блин, я бы не сказал, что это тяжело, это больше интересно, как бы, вот мне будет 90 лет, что я могу, я, блин, 17 лет, я был в Китае, бе-бе-бе. Круто, согласен. И последний, завершающий шестой вопрос, это какой совет ты можешь дать тем студентам, которые только собираются приехать в Китай на обучение, и вот как им избежать этого самого культурного шока, к чему нужно быть готовыми? Ну, в первую очередь, ребята, вам нужно скачать все стандартные приложения для вашего телефона, именно китайские приложения, такие как карты, оплата, там, Alipay, WeChat и так далее. Скачайте переводчик хороший, тоже очень понадобится, я считаю. Также приезжайте сразу же с юанями, потому что разменять доллары, вообще любую валюту, это не то, что сложно, это просто долго. Я думаю, вы не хотите тратить свое время на это, поэтому проще уже приехать с юанями. Ну и самое важное, молитесь, учитесь, потому что Бог с нами, мы русские, мы все смогем, как бы да. Окей, спасибо тебе большое. Спасибо вам большое, что взяли у меня интервью. Нужно быть готовым что, к тому, что Китай — это другая страна, другие люди, но в то же время как бы в сердцевине мы все остаемся одинаковы. Не стоит ожидать от китайцев чего-то большего, чем они могут дать нам. Думаю, так. Дать или в плане чем-то удивить? По факту тот же самый народ, и ничего не так уж сильно они от нас и отличаются. Ты это хочешь сказать? Да, это я хочу сказать. Хорошо сформулировал. Окей, хорошо. Марго? Да я в основном согласна с Аней. Да. Я просто согласна с Аней. Окей, хорошо, идет. Помолиться, поставить свечку и сделать валютную карту. Что из этого важнее? Свечку поставить. Ну, окей, валютный счет. Это в плане что-то разобраться с деньгами? Можешь чуть конкретнее пояснить? Сделать карту, на которую вы сможете переводить из российского банка. Банка? Сразу юани. Чтобы вы могли менять по меньшему курсу. Блин, от культурного шока не обалдеть невозможно. Но все, что я могу посоветовать, это относиться к китайскому как к своему хобби. Потому что на самом деле китайский достаточно сложный язык. И, как многие думают, там нету какого-то способа его хорошо выучить. Как бы там работа. Чем больше иероглифов ты знаешь, тем больше иероглифов ты знаешь. Их придется учить, это все очень тяжело. Поэтому нужно относиться к китайскому как к хобби. И получать удовольствие от процесса. Как говорила Ольга Бузова, кайфуйте, жизнь одна. А как говорил Джиган, нужно быть на чиле, на расслабоне. Окей, да, то есть твой совет, когда ты приезжаешь сюда, не сильно напрягаться и не комплексовать, и не расстраиваться из-за того, что там какой-то уровень китайского поначалу может быть не очень. Напрягаться надо очень сильно, но когда у тебя уровень китайского не очень, да, не расстраиваться. Окей, хорошо. Кстати, у меня такое тоже было, когда я приехал. Я смотрел на многих, кто уже здесь давно. И я такой думаю, блин, почему я столько учил его там на предвузе, почему мне ничего не получается сейчас? Ну, потому что нужно просто привыкнуть, больше общаться, и тогда все получится. Окей, Ю, спасибо. Примерно таким был опыт наших ребят, наших студентов, которые приехали из России. Но именно эти шокирующие факты и делают пребывание здесь, в Китае, и путешествия по нему запоминающимися. Напишите, пожалуйста, нам в комментариях, были ли у вас какие-то вещи, которые шокируют вас, были ли вы в Китае, что-то вам запомнилось, или, может быть, с чем-то вы не согласны. Вы, кстати, сами могли заметить то, что у каждого из ребят, у каждого из студента свои разные взгляды на это. Кому-то нравится что-то есть, кому-то не нравится, кому-то норма, кому-то что-то не норма. Поэтому всем людям не угодишь. Правильно? Правильно. А на этом мы заканчиваем сегодняшнее видео. И всем пока!